Вот второго периода случилось уже гораздо больше, чем за весь первый. И по-прежнему у Лида в атаке. Проход, бросок в пустые. Вот сейчас счет все-таки открыт. На отметке 26-0-1. Лида откликнулся на передачу партнера. Бусько накатил так на Горячевских, стянул на себя голкипера. Увидел, не знаю, периферическим зрением или успел повернуть голову. Отдал на подлегче, но еще около минуты большинства есть у Лиды. Важный момент. Вусик там отдал на партнера. Если сейчас Брест выстоит, то не выстоит Брест, потому что шикарно просто расстрелил. Горячевских не смог выручить свою команду. Он еще прикрыт был. Грибко закрывал траекторию полета шайбы. Ну, в общем-то, не помог явно Степану. Поляков отражает шайбу. Продолжается наступление Бреста. Заряжает вновь Грибко. Мимо ворот. Добивание! Все-таки гол! Все-таки 1-2. И то, о чем я говорил. Если шайбы превратил преимущество в одну шайбу. Но там досталось защитнику. Мы видели, Титук лежал на льду, судя по всему, шайбой прилетела, или где там в борьбе вот досталось. Ну, шайба выходит из зоны Бреста. Малишевский тут же налево, вход в зону через брос. Идиатулин прессингует защитника. Один на пятачке оказался зайчик. Бросок! Гол! Гол! Бросок! Шайба проходит под щитком. Эти ворот нужно, чтобы шайба полностью пересекла линию. Так, смотрим. Ну вот, сам стоп-кадр, где там шайба. Тут уже арбитр непреклонен. У Мусиенко-то не было возможности посмотреть видео, поэтому не знаю, о чем он там периоде. Грибко на партнера, передача на пятак, она не прошла, вот, зато добивание сработало. По-другому, но Волошин оказался в нужное время, в нужном месте. Балаболкин бросал, отбил Поляков, ну и отлично на добивании Михаил сработал. Оставил, борьба за воротами, там кто-то крагу потерял. Мингазов, наброс и 3-3! 3-3! Здорово набросил Мингазов, а на пятачке отлично. Если вы вдруг решили смотреть этот хоккей от третьего периода, то вы правильно сделали. Жуковский, еще раз, со всех ракурсов смотрим, наброс на ворота, не доглядел. Защитник непонятно где гулял, уже от безысходности Михайлов пытался накрыть оппонента. Неточная передача, сейчас едва-едва, только-только забросив, могут пропустить. Брещане показывают жличане, что они забили, и арбитр тоже показывает, что они забили. 4 предыдущего матча этих команд рискует и сейчас примерить этот статус на себе. Балаболкин берет разбег, обходит одного, второго, бросил шайбу в зону. 10 секунд, но, наверное, на этом все. А Лида еще и забрасывает в пустые ворота за 7 секунд до конца. За 7 секунд до конца. Вот Лида получила 6 баллов благодаря техническим победам над...